Опять Виктор Фельск. Опять самса с аварией стоят на стене. Ну ты как? Как-то странно. Наверное, как ты в целом? Наверное, любил меня в каком-то своем ужасном смысле. Все правильно сделала, говорит авария. Это ты. Я просто палач, а приговор вынесла ты. Ты же леди Винтерфельская. Тебе это беспокоит? Да я такой хороший, как ты, никогда не стану. Мне пришлось стать кем-то другим. Я бы не пережила того, что выпало тебе. Опять нам не рассказывают, что она там такое пережила-то, блин. Пережила бы. Ты сильнее всех, кого я знаю. Тут надо было похлопать аварию по жопе, блин. Похоже, приятней слов ты мне не говорила. Но ты и это особо-то не привыкай. Ты все такая же странная и вредная. Самса, видимо, теперь какается безостановочно. И хочет спать. С мешком, как лошадь. Авария, говорит, зимой мы должны... Все это знают. Ой, блин. По-моему, самса прошла. Авария, говорит, зимой мы должны защищаться сами и заботиться друг о друге. Так папка говорил. Когда падает снег и дуют белые ветры, одинокий волк погибает, но стая живет. Скучаю по папке. Если это не Чак Норрис, конечно. Конечно. Я тоже.